Особенность греко-римской борьбы в том, что спортсмен должен действовать только с помощью рук. Зацепы, подножки, подсечки и захваты ног руками здесь строго запрещены. Особым искусством считается провести бросок соперника на ковер. А цель поединка – прижать своего оппонента лопатками к земле. Я думаю, все участники турнира мандражируют. Небольшой страх. Что нужно делать, чтобы справиться, чтобы выиграть? Ну, победить себя как бы внутри, перестать бояться и сражаться. Побороть страх, а потом побороть и соперника. Самые юные участники открытого чемпионата области не могут сдержать своих эмоций. Я выступал в разных городах, ездил уже по всей Украине. 14 уже медалей есть и буду продолжать в таком же темпе. На турнир подрастающих борцов заглянули и их старшие товарищи. Владимир Тесленко – один из тех, кто защищает честь Одессы на международных турнирах. Посоветовал бы тренироваться постоянно, слушать своих тренеров и проявлять желание, искать самому дальнейшие цели, но самому продвигаться непосредственно от других. Вот. Тренироваться, упорно трудиться очень сильно. И пускай греко-римская борьба не входит в число самых популярных видов спорта, своих поклонников она имела всегда. А Одесская область традиционно сильна в этом виде единоборств. Одесская область считается сегодня, по греко-римской борьбе, считается одной из лучших коллективов в стране. Наши ребята, участники Олимпийских игр, чемпионата мира, Европы. Вот. И все это благодаря тренерам-энтузиастам, которые вкладывают душу в этих детей. И отсюда я всегда говорю, что наши результаты весомые, потому что у нас благие намерения. На чемпионате области участвуют спортсмены из многих районов региона. Заглянули в гости также и соперники из соседних областных федераций. У нас проходит как бы открытый чемпионат области, но мы пригласили и Николаевскую область, и приехали из Винницкой области к нам люди. В общем, собрали где-то 200 участников. Одесские тренеры этого увлекательного вида единоборств говорят, что каждый юный одессит может освоить этот вид спорта. И приглашают всех желающих не младше 8 лет прийти и попробовать свои силы в детских бесплатных секциях по греко-римской борьбе, которые находятся в ДСШ номер 4 на улице Михайловской.